На ремонте Veritas, швейная машинка со специфической поломкой, такой скрежет металлический при вращении, прямо такой, ну, явно металлический, и явно что-то или мешает, или не смазано. И чем интересная поломка, потому что я уже и открыл верхнюю крышку. Тут, кстати, нужно вот этот и вот этот винт откручивать. Этот не надо, то этот держит планку. Смазал все здесь. Открыл вот эту крышку, смазал все здесь. Перевернул. Здесь все смазал в механизмах, но и все равно вот такой, ну, прямо металлический скрежет. Оказалось, интересный момент. Оказалось, нужно было смазать именно челнок. Значит, сейчас я переверну, покажу вам. Значит, вот, если снять шпульку, вот здесь была проблема. Необходимо одной капельки масла было достаточно, чтобы полностью решить вопрос. Вот я его кручу, и прямо здесь вот есть такие, вот этот челнок, он вот здесь вот трется. Вот здесь одна деталь стоит, другая вращается. Вот это шпулькодержатель, а это челнок, который вращается. И вот здесь в месте соприкосновения нужно было одну капельку масла капнуть, и все. И все пошло как по маслу, легко, никакого скрежета. Интересный нюанс. А то, ну, прямо, и оно видно, что вот этот при вращении, ну, прямо дергает вот этот фиксатор, прямо хрустит, прямо такой хруст металлический. Соответственно, ну, прямо так неприятно шить, боязнь того, что сейчас, ну, прямо что-то сломается. Поэтому время от времени туда тоже нужно капельку масла добавлять. Если вы шьете, в принципе, можно это сделать прямо вот отсюда, через вот это окошко. Ну, а можно и вот сюда прокапнуть. Ну, а можно перевернуть и капнуть в середину. Поэтому обратите на это внимание. Интересное сразу у меня не получилось. Разобрал все, смазал все. Ну, хочу вам указать на вот этот небольшой нюанс. Повторяйте. Это несложно. Видим, что даже сложную бытовую технику можно ремонтировать самостоятельно. Это правда несложно. Повторяйте, собираем в обратной последовательности. Увидимся на канале при ремонте и другой техники, в том числе и автомобиля.